снимают все эти камеры. Давай, садись, поехали. Прошу, мой лимузин. Давай. Топай. Топай, Наташа. Ничего не болит, все нормально. Сейчас ехали, короче, и амортизатор. Я думал, у нас сломалось крепление, а это, оказывается, глушитель разболтался. И ось, вот эта ось, воткнулась, короче, в глушак. И колесо заднее зафиксировалось. И мы думали, что там вообще что-то с амортизатором. В общем, это все из-за того, что глушак не на месте. Я не знаю, надо искать, наверное, сварку какую-то. Ну, это алюминий, по-моему. В общем, сейчас думаю, что сделать, и едем дальше.
в этот раз у нас дуги отвалились. Сейчас мы заехали в сервис, а мужики сделали тут, короче. Вроде пока держится. Блять, он лежать должен, Наташ, что ты делаешь? Вот этот рюкзак, он лежать должен. А нет, значит, вонать откуда-то переложка. Нет, это не то. Она вылетела, да? Ну, все нормально, что-то. Вот это сделать. Да я это сильно не натягиваю, это не надо в сторону натягивать. Зачем, куда ты? Блин. Это не надо сильно натягивать. Да. Потому что так. Какую видишь эти дороги нахуй? Как ты вот увидишь? Никак. Вот здесь осторожнее, блядь. Давай, садись, поехали. Не надо терять время, поехали. У нас его нет вообще. Солнце уже пиздец. Thank you.
Мы на том месте, в котором останавливались в том году, когда ездили в Абхазию. Вот, неподалеку дорога. Это за Каменск-Шахтинском. Там, где этот стоит. Мотель. Типа там. Или мотоциклистов, или как там. Мотоциклы стоят еще. Сейчас, в общем, выдвигаемся дальше. Надеюсь, сегодня доедем до Краснодара. Просто мы могли, конечно, за два дня доехать, но у нас поломки были всякие. То дуги отлетали от вибраций, то глушак. Огонь у них, как я, что-то и не было. Так мы ничего не заварили. В общем, глушитель пока так. Ну, в принципе, это надежно. Это нормально. Сумка здесь ничего не жмет, она легенькая. Двигаем дальше. Пиздец, авария, короче. Мотоцикл через переднее колесо улетел. Скорую хоть позвонили? В общем, приехала скорая. Уезжаем. Так, они все живы, здоровы, нормально все. Перелом ноги тут. Двигаем дальше.